Сейчас до администрации надо дойти, вот видите, заблудился, да. Вообще-то незрячие люди пальцем щупают, но я стараюсь на слух. Так, картошку мы чистим сами. Только, конечно, для себя я глазки, эти там осторонние предметы, я, ладно, пойдут. А когда для кого-то жарю, прошу, это кого-то попрошу, они мне дочищивают. Всегда готов. Ну, отлично. Тогда в главный корпус идемте. И делайте 2-3 шага ко мне. Вперед, 1, 2, 3. Отлично. Теперь я вам отдаю собаку. Давайте. Давай. Вот, хорошо. Можете погладить и познакомиться с ней поближе, да. Ты чтобы она смотрела на вас уже. Ты меня узнала, я просто. Ну подожди-ка, давай-ка опять что-нибудь погласить, хорошо. Да, обязательно есть что-нибудь лакомство какое-то. Ну вот этот кулек красивый. Эми, ну давай. Ну, где у нее может? Вот она. Ой, она какая тихо. Вот отлично. Не делайте ее так свободно, то есть держите ее строго. Вот. Правильно. Вот вы правильно сейчас держите поводок. Давайте. Стоять. Голосом ее не берите. Берите интонацию. То есть стоять. А не вот это. Стоять! Здрасте. Эми, рядом. Рядом. Сейчас она начинает вредничать. Почему она начинает вредничать? Ваши действия совсем другие, нежели мои. И она привыкла к моим действиям. И сейчас она должна привыкать к вашим действиям. Все эти команды стоять, сидеть, лежать, она сдала. Это уже будет экзамен не для нее, а для вас, как вы с ней работаете. И сейчас вы должны научиться справляться вот с этой собакой. Рядом. Поговори со мной, Эми. Ну ты что, совсем что ли обиделась? Эми. Ну ты что отворачиваешься, я? Эми, ну так давай поговорим, может так. Эми, ну-ка так поговорим, да? Вот, все, давай поговорим. Что вы нашли? Я нашел препятствие. Какое препятствие? Порог. Где? Разве это порог? Нет, это не порог. Так, ваш лично внучек тоже повиднее стоять.
Нет. Ну давайте, давайте, вот, отлично. Вот, ты никуда не идешь. Хорошо, не идете, просто проверяйте. Ты что, что ж, стойте, стойте на месте. А, ну все понятно. Ну давайте, хорошо, с левой и с правой стороны проверяйте. Ну куда вы опять пошли? Стоит, давай, стоит. Да, да, да. Я понимаю, тебе впервые, да? Не, мне надо пощупать эти двери. Вот что я сделал, палочки, которые... Подожди, тебя собака пойдет, пап. Ты должен показать ей, что это двери. А с этой стороны я не вижу. Не надо тебе видеть, у тебя собака глаза. Ваша задача понять, почему собака остановилась. Вы поняли, почему собака остановилась? Вот дверь туда видите. Да, да, правильно, дверь. Вот теперь похвалите собаку. Скажите, что она молодец. Эми, молодец. Где твоя голова-то? Она внизу. О, вот ты что, допустила голову, Эми? Надоело. В страхе бежит. Хорошо, дальше. Стоять. Так, а на стол высел? Не ждите. Стоять. Лежать. Нет, хватайте и дергайте. Не лежать. Вот. Нет. Лежать. Стоять. Вот, еще раз, давайте, давайте. Стоять. Знаете, очень тяжело. Мне уже 60 лет. Эти вот все эти информации, вот, до того у меня голова кругом идет. Наверное, уже из памяти уже не так стало. Вот, все это запомнит, это все. Но мне когда вручили собаку, она кружила, вертела, я даже хотел было, даже, можно сказать, бросить. Я в городе, как-то шел, ветром кепку сдуло, вот, и все. Я стал посеред дороги, стою, а где кепка, я не вижу. Ну, это эту же кепку, кстати, у меня только другая, это новая же, а та другая была. Вот. Ну, тут же опять какая-то девочка пришла, что, дяденька, посеред стоишь? Ну, жалко, где-то кепка здесь, думаю, жалко. Сейчас без кепки холодно. Эми, опор, опор, опор. Все, потащил. Эми, опор, ко мне, эй, опор, опор, молодец. Только не волнуйся, Гагарыч, не волнуйся. Я вроде не волнуюсь, ну, как сказать. Ну, мандраж бьет, да? Только не волнуйся, Гагарыч. Не бойтесь. Не боюсь я ничего, но... Да? Экзамены не страшны. А ты не страшно, лишь бы не заблудиться и все, остальное надо все почувствовать, Эми. Эми, рядом. Рядом. Молодчина, умничка, умничка. Эми, рядом. 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 Умница, умничка. Что там она не шевелится? А? Лапки сложил и лежит. Ну, молодец, Эми, молодец. Еще раз ко мне попробуй, Эми. Ну, Эми, ко мне, ко мне. Эми, ко мне. Сейчас на выдержку будем. На выдержку, как ты там. Молодец, Эми. Молодчина. Ага. Да не надо на выдержку, она так хорошо выдержит. Хорошо легла? Конечно. Ну так, Елена Владимировна, так, сейчас мы пойдем. Так, Эми, место. Ну как раз ты тут расположилась, молодец, умница. Стоять. Стоять, умница, молодчина, умничка. Так, ошейничек немножко посвободнее. Угу. Лежать. Лежать. Молодчина, Эми, умничка. Умничка, ну. Умничка, ух ты, какая поносая.
Так, Эми, сидеть. Молодец, молодец, молодец. Умничка. Все, поздравляю вас, вы сестрами. Да, спасибо. Молодцы. Вы молодцы. Вообще. Ура! А я тоже. Аплодисменты, вашу честь. Страшна нам бомбежка любая, помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела, а помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела.